С 6 октября начинается самое ожидаемое событие 2022 года – чемпионат мира в столице Узбекистана, городе Ташкент. Я начинаю цикл видео про составы ведущих сборных мира на данные соревнования. И начинаем мы с сильнейшей сборной мира, и это, конечно же, Япония. Я вам желаю приятного просмотра. Перед началом данного видео рекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал. Давайте добьем вместе там 3000 подписчиков. В данном канале я публикую различные новости из мира дзюдо, тренировки, пишу аналитические посты и просто общаюсь с вами. Также вместе с вами в режиме реального времени мы смотрим там соревнования. Пишите в поиске телеграм-канала Judo Art, либо переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Первым открывает наше видео представитель весовой категории до 60 кг, и это Наохиса Такато. Трижды чемпион мира и олимпийский чемпион Токио. Один из самых техничных дзюдоистов категории, если не самый техничный. Настоящий мастер подсечек. Как по мне, Такато стопроцентный фаворит на золотую медаль на данном чемпионате мира. И хоть он проиграл в отборе на всеяпонском чемпионате в финале Коги Генки, тренерский штаб принял решение все же брать на чемпионат мира именно Такато. Посмотрим, что покажет из себя золотая нашивка в этом году. Напомню, что Наохиса Такато отсутствовал на международных соревнованиях более года, с момента завоевания титула олимпийского чемпиона. Весовая категория до 66 кг и, наверное, самая интересная. Первый на обзоре — это Хифуми Абе. Уже можно назвать вполне легендой этого вида спорта. Абе Хифуми — двукратный чемпион мира, бронзовый призер чемпионата мира, а также, конечно же, олимпийский чемпион. Еще Абе — действующий чемпион Японии. Именно в апреле этого года Хифуми победил Маруяму снова в своей карьере и взял очередное золото японского первенства в своей карьере. Сейчас они снова могут схлестнуться между собой в битве, и на сей раз место проведения этой встречи будет чемпионат мира. Ну а Хифуми Абе — это определенный фаворит на медаль. Я уверен на 100%, что японец покажет мощную борьбу, и мы увидим его на пьедестале. Ну и второй представитель весовой категории до 66 кг, как вы поняли, это Джуширо Маруяма, действующий и двукратный чемпион мира по дзюдо. Как вы знаете, Маруяме не удалось отобраться на Олимпийские игры в Токио, чему он был очень расстроен. Зато Джуширо заявился на чемпионат мира 2021 и выиграл его, защитив свой титул. Ожидаю от него хорошей борьбы, ведь, как он говорил в своих интервью, моя карьера дзюдоиста еще не завершена, и я буду продолжать отстаивать свое место в сборной. Также Джуширо в недавнем интервью заявил, что когда рядом с ним такой друг, как Оно Шохэй, то он не может опустить руки и отставать от него. Да, именно Оно, наверное, один из главных мотиваторов Маруямы в своей жизни после его отца Кенджи Маруямы. Посмотрим, что нам покажет Джуширо в Ташкенте. Пожелаю ему и Абе только лишь удачи и буду надеяться на хорошее противостояние. В весовой категории мы увидим уже, не побоюсь этого слова, ветерана дзюдо Сёичи Хашимото. Японец боролся множество раз на чемпионатах мира, и один раз ему удалось стать чемпионом. Это было на чемпионате мира в Будапеште в 2017 году. Затем в 2018 году Хашимото стал вторым на мире и, как итог, получил очень серьезную травму глаза и ослеп на один глаз практически полностью, мало кто это знал. Именно эта травма и помешала ему бороться на все 100% тогда в финале. В предыдущем году в Будапеште Сёичи выиграл бронзу на чемпионате мира, сенсационно уступив в полуфинале шведу Матиасу. Тяжело прогнозировать выступление Хашимото, но я думаю, что в тройку он может войти. Хотя тот же Лаша Шавдотуашвили просто не почувствовал японца в финале Грэнд-слэма в Париже в этом году. Борьба покажет. Но я настроен скептично на его выступление, вряд ли он главный фаворит на золото, но я буду рад ошибиться. Весовая категория до 81 кг, и первый — это Нагасе Таканори. Олимпийский чемпион, чемпион мира и действующий чемпион Японии. Нагасе не самый стабильный дзюдоист, но на Олимпиаде в Токио он показал и доказал обратное. Когда надо, он настоящий монстр, и он не оставляет никому шансов. В этом году он выиграл чемпионат Японии, а также стал третьим на большом шлеме. Думаю, что мы увидим Нагасе на пьедестале и, возможно, даже на первом месте, но не стоит забывать высочайшую конкуренцию в данном весе. Таканори — очень неудобный соперник для многих дзюдоистов, которые очень жестко и грамотно контролируют захваты. Второй дзюдоист данной весовой категории — это Сатару Фудзивара. Также не самый стабильный дзюдоист сборной Японии.
Но стоит отметить, что в этом году он показывает неплохое дзюдо. Ему удалось выиграть большой шлем в Париже в финале, заяпонив мощного грузина Григлашвили. В предыдущем году Сотару стал всего лишь пятым на чемпионате мира. Но справедливости ради, стоит упомянуть его самое серьезное достижение на чемпионатах мира, и это второе место на чемпионате мира 2018 в Баку, когда он в финале проиграл Молай Саиду. Не думаю, что ему удастся войти в тройку лучших на данном чемпионате мира, но буду желать ему удачи. В весовой категории до 90 кг мы увидим Машияму Касуки, молодого дзюдоиста, который попадает на данный чемпионат мира благодаря победе на чемпионате Японии. Я лично от себя скажу, что хотел бы видеть в данной весовой категории Сэнширу Мурао, но штабу японской сборной, конечно же, виднее. Касуки на своем дебютном турнире мировой серии стал первым. Это был Grand Slam Baku 21, и он показал там очень уверенную борьбу. Машияма — это мастер бросков через спину и мастер обратной спины с помощью одной руки. Это его дебют на взрослом чемпионате мира, и давать какие-то серьезные прогнозы очень тяжело. Но в него довольно сильно верят тренера японской сборной, и я думаю, он не подкачает и будет оправдывать все возложенные на него надежды. А весовая категория до 100 кг, и здесь представит Японию Иида Кентаро. Кентаро в этом году активно набарывается, и хоть ему не удалось выиграть чемпионат Японии, тренерским штабом было принято решение все-таки отправить Ииду, а не Хага, который стал чемпионом Японии. В этом году японцу удалось выиграть одну золотую медаль на Грэндслэме из трех стартов, что я считаю не лучшим результатом для японца. Учитывая конкуренцию в данной весовой категории, считаю, что Иида не самый главный фаворит, но борьбу он покажет хорошую. Также японец является действующим чемпионом азиатских игр. Позже выйдет полноценное видео про фаворитов чемпионата мира в каждой весовой категории, где я ей распишу более подробную картину происходящего. И закрывает наше видео супертяж Саито Тацуру. Он сделал то, чего не смог сделать его покойный отец, легенда дзюдо Хитоши Саито. Тацуру в этом году выиграл всеяпонский чемпионат без весовых категорий, чем и завоевал право бороться на чемпионате мира в свои молодые-то годы. Саито дважды в этом году победил действующего чемпиона мира Кокору Кагеуру. Тяжело прогнозировать, что из себя покажет молодой Тацуру, но учитывая, как он отборолся на своем дебютном грэндслэме в Баку, можно сделать вывод, что он будет одним из фаворитов. Саито хладнокровен и по-настоящему опасен, поэтому я думаю, что в тройку лучших он сможет попасть. Это была сборная Японии по дзюдо на чемпионат мира в Ташкенте, который начинается 6 октября. Всем спасибо за просмотр и ожидайте следующих видео про чемпионат мира.